Все профессии важны, все профессии нужны. В ДГТУ прошла ежегодная ярмарка вакансий, на которой студенты и выпускники нашего университета открыли для себя большие возможности трудоустройства. Инженер, программист, консультант, менеджер – все вакансии, представленные на ярмарке, и не перечесть. Студенты и выпускники нашего университета смогли ознакомиться с вакансиями на ведущих предприятиях Ростова-на-Дону, Ростовской области и даже Краснодарского края. Приглашены здесь работодатели самых различных отраслей. Это и промышленность, и сельское хозяйство, это и наши банки. То есть все те организации, которые нуждаются в специалистах, которые выпускают университет. Подобное мероприятие проводится в ДГТУ не первый год. Оно позволяет будущим специалистам определиться с выбором работы сейчас, в годы учебы. Благодаря вот таким мероприятиям процент выпускников, трудоустроенных по окончании нашего университета, ну, практически максимален, порядка 98%. Именно вот здесь вот, значит, студенты всех 18 факультетов находят работу, что называется, по душе. Работодатели заинтересованы в молодых специалистах. Мы давно сотрудничаем со студентами ДГТУ. Это как бы один из наших базовых вузов, поэтому мы всегда имеем большой интерес в студентах, а студенты имеют большой интерес в нас. Потому что те специальности, которые готовят здесь студентов, они готовят и идеально подходят под наши вакансии. То есть, чтобы стать профессионалом, нужно в частности закончить ДГТУ. Договориться о собеседовании, устроиться на стажировку, пообщаться с работодателями – это реальный шанс для студентов найти работу по специальности. Мне здесь очень понравилось, я здесь нашла очень много интересных предложений. Я бы с удовольствием позвонила бы им, узнала бы точно, что им нужно, я попробовала бы себя. Здесь можно получить кучу информации по всем направлениям, вообще всем, что есть в городе. В рамках ярмарки все желающие смогли пройти психологическое тестирование, получить индивидуальные рекомендации психологов-профконсультантов, а также научиться технологиям поиска работы, подготовки резюме и самопрезентации. Альбина Кислица, Никита Кардо, ДГТУ ТВ.